уважаемые телезрители. В этом месте нашей программы должна была идти реклама американской фирмы Elegant Logic. Однако фирма от рекламы отказалась. Today the program... Человек в интерьере. Говорите, нам интересно.
Лучше один раз увидеть. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Пятница, и в эфире, несмотря ни на что, вновь Капитал Шоу «Поле чудес». Смотрите нас каждую пятницу, пишите, играйте, рискуйте. «Поле чудес» — это ваша удача. 750 очков, буква. Буква «Д». Буква «Д», верно. Дмитрий, есть такая буква в этом слове? Откройте, пожалуйста, букву «Д». «В». Буква «В». И такая буква есть на табло. «И». Буква «И». Абсолютно точно! Интервид. Реклама на телевидении. Я прощаюсь с вами до следующего часа пик. Интервид. Ничего не видно по вашему виду. Телекомпания «Вид» представляет.
компания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Компания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» при финансовой поддержке Министерства по делам печати и телерадиовещания представляет. Мне лично не сказать, что есть такой гостиный двор, я был уверен, что он в Питере. Луну, правда, не видно. Ну, может, она и засветит. Телекомпания «Вид» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» при финансовой поддержке Министерства по делам печати и телерадиовещания представляет. И доброго вам. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» «Крылья медиа» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет.
телекомпании «ВИД» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. Телекомпания «ВИД» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. Телекомпания «ВИД» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям представляет. Телекомпания «ВИД» представляет. Телекомпания «ВИД» представляет. Телекомпания «ВИД» представляет.